Так, мне главное очки не забыть. Здравствуйте, мои хорошие. Я к вам вот буквально целый второй раз за день. Это для меня что-то новенькое. Но я решила сказать вам здравствуйте и заодно попрощаться, потому что я не уверена, что я смогу выходить в ближайшие 3 недели в эфир. Нет, я буду выходить, но не так часто, потому что я буду с детками. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте, Светочка, здравствуйте. Поэтому предлагаю полчаса поболтать, и я иду спать, потому что нам вставать, нам придется поспать всего 2 часика, 3 часика, и мы просыпаемся ночью, уезжаем. И уезжаем. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге, знаете, какой дубак. Прям вот холодно-холодно, поэтому я с радостью еду туда, где тепло, и уже через несколько часов наши дети уже вылетели, Саша, или нет? Нет, они не вылетели, но они уже буквально вот-вот-вот скоро будут вылетать. Они будут вылетать, поэтому мы тоже скоро будем вылетать, поэтому задавайте вопросы. Можем посплетничать, можем пообсуждать мужиков, можем помотивироваться. Все что угодно можем делать, поэтому давайте активнее. Подвисает, подвисает, вы меня... Мы летим с малышками, с малышками. Девчоночки миленькие, буквально несколько часов осталось, и вы все узнаете. Давайте мы, как обычно, в наших путешествиях сохраним такую интригу. И осталось совсем-совсем несколько часиков, все узнаете. Давайте мы магу озабоченного проводим. Так. Солнышко из Дубая, спасибо, девчоночки. И привет из Симферополя. У кого-то там 25. Ох, а кто-то едет в Нижневартовск. У кого-то даже 37. Что сейчас читаете? Сейчас я читаю Бориса Акунина. «Статский советник», особое поручение дочитала, «Статский советник» сейчас читаю. Первая книга, которая где-то первых 100 страниц мне была совершенно неинтересна. Я хотела разочароваться в первой книге Акунина, она уже 7-я по счету. Потом мне стало очень интересно, наступил переломный момент, и сейчас вот буквально не оторваться, осталось 40 страниц, дочитать очень нравится. Давайте про Энель не будем говорить, сегодня, когда была на маникюре, уже обсуждали, каждый эфир говорим про Энель, уже вот надоел этот Энель больше всего. Маникюрчик сделали, да, маникюр очень красивый, очень классный. Сегодня девушка написала, что оказывается маникюр на 20, гель-лак после 21 дня становится вредным, высокотоксичным, то есть что-то новенькое. Маникюр вот он. Вот он, вот он, вот он. Маникюр очень красивый, очень ровный, очень аккуратный. Я люблю Лилю очень-очень сильно. Человек бесконечно талантливый, просто потрясающая. Мага, милый, я ж тебя проводила. Или я вместо тебя кого-то другого проводила. Все. А заботыша отправили. Я не отбеливаю зубы, а у меня виниры. Что жарите? Панда жарит кабачки. Панда жарит бережок. Привет, мой хороший. Ольга Берег пришла. Привет, привет, мой хороший. А мне тебе надо кое-что написать. Почитаешь в WhatsApp. Наверное, уже написала. Так, мои хорошие. Лена, здравствуйте. Лена, каждый мой эфир. Я ее уже четко определяю по комментариям. Девчоночки, мои хорошие. Как вы успеваете? Я все планирую. Я вам сейчас выложила задание на марафон. Я сказала, что обязательно нужно учиться планировать. Если бы я не планировала, я не знаю, как бы я все успевала. Сегодня, почему у меня получилось выйти второй раз в эфир? Потому что я запланировала, все, что я запланировала, я уже сделала. Открой, пожалуйста, Саша, окно. Я уже все-все-все сделала, и у меня получилось так свободное время. Панда решила пожарить кабачки. И у нас вот есть свободное время.
Поэтому только благодаря тому, что я все планирую, все... Я не пишу, если у меня день такой, более-менее я знаю, что мне нужно сделать. Если мне нужно успеть в много разных мест, я всегда все пишу. Я пишу, я скажу больше, я пишу на несколько дней вперед, на несколько месяцев вперед. У меня настолько все четко спланировано, что у меня вообще не забалуешь. Нет, никуда не перенесли отдых, через несколько часов мы вылетаем. Какие кодовые процедуры? Анна делает кодовые процедуры. Что такое кодовые процедуры, я не знаю. Верите ли гадалкам? Я верю астрологам, нумерологам, тарологам. Что попадает в ваше понятие гадалка, я не знаю. Это та, которая подходит, дай поворожу, расскажу всю правду. Такое нет. Как правильно начинать бегать, мне кажется, тоже бег – это тема. Вот у меня от однообразия вопросов иногда угнетает меня однообразие вопросов. Девчоночки, ну что, ну зачем вам начинать бегать, если вы не любите? Есть масса других видов спорта, которые вы можете начать, чем вы можете начать заниматься сами для себя. Ну что вы прицепились к этому несчастному бегу? Девушка, Бережок, ты что, планируешь и всегда все не по плану? Это тоже бывает. Саша ходит, хромает, уронила на ногу какую-то там штукенцию себе гигантскую. Вот, ходит, хромает, но намазала ногу чем-то, поэтому более-менее стало легче. Как можно сохранить такой оптимизм? Я не могу сказать, что я мега-оптимист или все остальное. Я не пессимист, я не оптимист. Я не понимаю людей, полных оптимистов. Для меня это очень странно, когда человек вот такой, он что-то курит или что-то ест. Человек не может постоянно быть в взвинченном состоянии. Человеку свойственно грустить. Человеку свойственно впадать в какие-то такие романтические ощущения, что-то такое, что ну, не должен человек постоянно быть, знаете, с выпученными глазами и как пассионарий бежать там, я все могу, я все верю, все будет круто. Нет, ну, я не такой человек. То, что от меня идет такая энергетика, это да, это я знаю. Но я не могу сказать, что я прям оптимист и верю в светлое будущее и все остальное. Я знаю, во что-то я верю, к чему-то я отношусь очень-очень скептически, прям вот очень. Ну, то есть это такое. Панда на ногу себе уронила, собирала вещи, и что-то там она себе на ногу уронила. Гантелю. Ну, не гантелю, утяжелитель какой-то там. Насколько вы привязаны к материальному? Я, как нормальный человек, который еще не перешел на стадию Робина Шармы, монах, который продал свой Феррари, не готова продать всю свою недвижимость, движимость и надеть какую-нибудь тогу и куда-то идти в мир, нести добро. Нет, я привязана к материальному, и сейчас во главе моей жизни стоит материальное, я работаю, стремлюсь, мной движет материальное, да, я привязана к материальному. Может быть, немножечко позже, дальше у меня будет какой-то другой уровень, но сейчас пока я очень сильно привязана к материальному, и я могу сказать, что мне комфортно от мысли, что я могу, я добиваюсь и так далее. Берег, кодовые процедуры, это с кодом Шумакова? Ну, да, наверное. Панда Растыка. Растыка – это, наверное, тот человек, который корявый? Ну, тогда да, наверное. Она сидит вон и так, бедолага, полухромая. Где я беру энергию? Вы знаете, если человек грамотно строит свой день, если человек не лежит на диване, а он весь день активен, он занимается спортом, он отдыхает, он правильно кушает, у него позитивные мысли, не оптимистичные, девочки, у него позитивные мысли, это две разные вещи, то человек постоянно будет... Так, на взводе, на подъеме, но не на таком подъеме, знаете, как верю в радугу, все будет круто. Нет, человек будет на нормальном энергетическом подъеме, но у меня тоже бывают такие моменты, когда мне нужно выключить все
телефоны, а все вокруг, что издает какие-то либо звуки, сигналы и так далее. Я медитирую, я очень люблю, то есть если я очень сильно устаю, но мне нужно еще понять, что вот много-много мне надо сделать, обдумать, а сил нет, я медитирую. Мне очень нравится, я умею это делать, делаю это давно и... Тюльпа, здравствуй, мой хороший, не вижу, правда, тебя, Саша, сказала с тобой поздороваться. Так, мои хорошие, чемоданы с подарками уже готовы, вот не поверите, у нас такой огромный чемодан, мы в этот раз прям, я скупила столько книг, я скупила столько одежды, вот мы едем прям с гигантским чемоданом, я боюсь, там будет перевес бешеный. Да, и маме, и у нас панда любитель транслировать подарки, и поэтому она показывала всевозможные подарки, которые мы там набрали, и бабушки каких-то ортопедических босоножек понабрали, у нее там проблемы с косточками, и Анне я везу кофе, прям вкуснейший кофе, турку купила ей новую, ну, в общем, подарков очень круто, панда, потому что обнимашки-целовашки любит. Что такое идеал? Вопрос, кто ваш идеал, кто меня вдохновляет? Сейчас я покажу. Вот что меня вдохновляет. Вот есть российские миллиардеры. Среди них есть только одна женщина, Елена Батурина. Вот это меня вдохновляет. Все остальное полная фигня и фикция. Меня вдохновляют обеспеченные люди. Меня люди вдохновляют те, которые много в жизни добились. Меня вдохновляют люди сильные, люди умные. Вот кто меня вдохновляет. То есть я с огромным удовольствием читаю второй день новый выпуск Forbes, где описывают жизнь, карьеру наших миллиардеров. Это вот вышел новый журнал Forbes. Он вышел, это пятый Forbes, майский. Самые богатые бизнесмены России. Вот кто меня вдохновляет. Меня не вдохновляют... Ну, в общем, я сказала, а то я могу очень сильно углубиться туда. Меня вдохновляют люди, состоявшиеся в этой жизни. Саша, я передаю вам привет. Тут что-то панда там. Здравствуйте, вы кто? Вот точно, вы заблудились, видимо. Фитоферма. Вон, видите, там светится. Вон, она там светится, там растет. Но мы сейчас уедем, и я прям не знаю, как я ее беднушку оставлю, нашу фитоферму. Очки мне идут. Спасибо, девчоночки. Книжки купили. Я, к сожалению, сложила их в чемодан, но мы будем завтра разбирать, и мы снимем, но книжки мы купили. Сегодня, на самом деле, для меня была целая проблема купить книжки, потому что я... Проблема в чем? Выбор книг огромный. Я зашла, но... Мне, вот я же тоже воспитывала детей, я тоже им читала книги, и мне непонятны иллюстрации к этим книгам. То есть я открываю книгу, и я не понимаю сама, я взрослая, ну может у меня там уже маразм крепчает, кто его знает, я не могу отличить зайца от кошки, я не могу понять вообще, что это за животное нарисовано, почему какая-то бабка, которая тянет репку, она похожа вообще на какого-то гермафродита. То есть мне непонятны иллюстрации, как я буду объяснять ребенку смысл этой сказки, если я сама не понимаю, блин, что там нарисовано. Поэтому я пересмотрела, наверное, 50 книг, и все они, в общем-то, у них содержание потрясающее. Ну, то есть это Чуковский, то, что вот Ясминки по возрасту, это Носов, это Золотой ключик, но там такие дурацкие картинки, что мне, я стояла там, выбирала, в итоге я купила какую-то 12 книжек, детское пособие для развития, там, где они начинают, там, круглый, квадратный, овальный, треугольный, потом вот что-то такое, потом каких-то наклеек накупила, и одну я купила книжку со сказками «Братья Гримм», или «Гауф», не помню, ну, что-то вот сказки какие-то, только потому, что там были красивые картинки. А так, на самом деле, я очень сильно расстроилась, потому что... Картинки вообще непонятные, как можно объяснить ребенку, что это мне звонит там олень,
или кто там, тюлень, если, ну, непонятно, что это такое. В чем Батурина добилась, обворовала всех по одноразовой посуде? Вы знаете, если человек находится вот здесь, а не в тюрьме, значит, все-таки этого человека есть за что уважать. Это та же самая ситуация, когда все сейчас вокруг треплят имя Бузова. И дура-то она тупая, и бесталантная, и все остальное. Я не фанат Бузова, я не поклонник Бузовой никакой, но тем не менее... Обычная совершенно и внешне, и по всем остальным показателям девушка, сейчас не зря ее и слушают все, даже те, которые не любят, и в клипах-то ее снимают звезды, и все остальное. Человек смог, даже пофиг там, что кто-то будет сейчас говорить, что это чей-то проект успешный и все остальное. Смог. И все они говорят, ее популярность после Путина на втором месте в России. Это говорит о чем-то. То же самое здесь. Здесь можно про половину сказать, что они обворовали население, обворовали людей русских. Потому что это в основном все люди. Кстати, здесь есть Павел Дуров, владелец Телеграма. Он занимает 58-е место. 58-е место, его капитал составляет 1,8 миллиарда долларов есть у него. У Батуриной 1,2 миллиарда долларов. Самый богатый человек России – это Владимир Лисин. У него почти 20 миллиардов долларов. Ну, я думаю, что Лисина знают все, да? На втором месте Мордашов, у него 19, на втором Михельсон. Но Михельсон в прошлом году, если мне не изменяет память, был на первом месте. Он что-то до третьего места скатился. Это в основном... Все бизнесмены, которые относятся каким-либо образом к нашему российскому сырью. То есть они, кто-то сидит на никеле, кто-то сидит на нефти, кто на чем сидит, поэтому они и имеют вот такие миллиарды. Поэтому если Батурина имеет здесь 79-е место, единственная женщина среди 106 миллиардеров, заблокировать? Кого там заблокировать? Каменчин какой-то. Что, это девочка или мальчик? Без понятия. Ну, ладно, где я сейчас ее найду? Тут много пишут. Так, надо мне, говорят, кого-то срочно тут заблокировать. Батурина кто такая? Ну, слушайте, если уж люди не знают, кто такая Батурина, тогда не стоит вообще читать Forbes, лучше почитать что-нибудь другое. Батурина, да, Батурина жена Лужкова. Я убогая? Бедненькая это моя. Все, до свидания. Все, проводили. Слушает кто-то Бузову, не слушает кто-то Бузову, это уже вопрос третий, десятый, тем не менее, девушка в топовых рейтингах, вот и все. Поэтому Батурина наворовала, не наворовала, обворовала, обманула, все что угодно, человек не сидит в тюрьме, да, человека не преследует закон, ничего. То есть мы можем придумывать, додумывать все что угодно, но человек единственная женщина, для меня она молодец. Да, я восхищаюсь этими людьми, да. Что такое народное сырье? Ну, можно тоже об этом очень много говорить. На начальном этапе я могу сказать, что большая половина этих людей не родились ни в каких богатых семьях или еще что-то. Эти люди оказались на своем месте только благодаря труду. На народном сырье, на каком угодно сырье, но эти люди оказались на этом месте. На этом месте могли бы быть и вы, и ваш муж, и ваш отец, но на этом месте не мы, а они. Поэтому они имеют яхты, миллиарды и все остальное, наверное, потому что они в чем-то лучше нас. А мы можем дальше продолжать засирать Бузову, продолжать говорить, что Батурина воровка и так далее. Благодаря Лужкову... Это глубочайшее заблуждение. Вы просто не знаете историю Батуриной. Батурина благодаря Лужкову. Ну, вы можете... мы останемся каждый при своем мнении. Так. Правильно Волочкова сказала. Люди не прощают счастья и успеха. Зависть губит. Поэтому я могу сказать, что... Я уважаю таких людей, я вообще уважаю людей, которые... Я восхищаюсь Батуриной, я 34 раза, мне кажется, уже сказала, да, я восхищаюсь Батуриной. Я восхищаюсь вот всем этим списком, я всем этим списком восхищаюсь.
На сырье нечестно, ведь давайте рассуждать, нечестно, сырье народное, а не их личное. Ну, что же вы, вот мне иногда кажется, что люди, когда начинают вступать в полемику, в дискуссию, они вообще ничего не понимают. Скажите, пожалуйста, с чего сырье? Вот человек купил 10 квадратных метров земли, и тут у него на этой земле нашлась скважина. Это его скважина будет. Потому что 10 квадратных метров земли принадлежат ему. То же самое и вот эти вот люди, которые в свое время акционировали разные предприятия, вложив куда-то там свои деньги, можно бесконечно говорить, что они наворовали. Они владеют сейчас вот этим всем а-ля народным сырьем. Поэтому вы тоже покупаете себе землю, да? Ну вы же покупаете землю. Вот эти все елки, сосны, которые растут на вашем участке, они тоже народные. Какого хрена вы их рубите? Если они народные. Просто елка не стоит миллиарды, понимаете? И мы кипишуем так, что у кого-то на участке нефть, а кто-то владеет нефтью, а кто-то владеет, блин, елкой. Вот поэтому отсюда, а если бы вы владели нефтяной скважиной, вам было бы глубоко плевать. Вот. Конечно, они со связями, конечно, но так эти связи-то, простите, им же не по наследству достались. Правильно? Здесь есть огромное количество братьев, тут вот есть братья, и согласна, но можно бесконечно много унижать, оскорблять людей, которые находятся здесь в Форбсе, понимаете? Эти люди про нас с вами никогда не узнают, им на нас глубоко плевать. Вот я вам открою страшную тайну, им вообще до голубой звезды, кто про них что пишет. Они вот там, имея свои 20 миллиардов долларов, им хватит на 10 поколений вперед, понимаете? И эти люди сделали себя сами. Дайте Челси уберу. Ей стало плохо. Я крыса? Все, Челси исчезла. Ну, не надо оскорблять девочку. Больных вообще людей не стоит трогать. Поэтому я всегда говорю, больных нужно быстренько провожать на выход. Пусть они там хайпят где-нибудь в другом месте. Так. Как разбогатеть? Мне кажется, что разбогатеть может, в принципе, при желании каждый. Вот честно, каждый. Так, куда едем отдыхать? Скоро. Какое сырье у меня? У меня сырье мозг. Я делаю на своих собственных мозгах. Я генератор идей, я очень креативна, я делаю мое сырье, это мой мозг. Вот если вы можете похвастаться, значит, вы тоже в своей жизни чего-то добились, добиваетесь или добьетесь. Если у вас нет сырья, а сырьем не обязательно может быть нефть, мы все живем, каждый настолько, насколько он может. Так вот, насколько вы живете, значит, настолько... Мысль потеряла, у меня была такая глубокая мысль, отвлеклась и потеряла, короче, мысль. Я могу сказать, что у каждого человека, у каждого есть какие-то возможности. У кого-то их больше, у кого-то меньше. У кого меньше возможностей, тот должен батрачить и ишачить больше. Кому-то, вот как многие пишут, связи, наследство и так далее. Да, но чтобы удержать наследство в руках и чтобы воспользоваться связями, тоже нужно быть неполным ослом. Поэтому все эти люди, они не сидели в интернете, не жевали сопли и не обсуждали нас с вами. Они пахали и шачили, воровали. Да хрен, не знаю, что они делали. Они работали. Для меня это работа. Поэтому это же из категории то же самое. Не буду обсуждать ни Бузову, никого. Да что ж ты, Колечка, ты же откуда тут мой хороший? Коле тоже стало плохо, мы Колю проводили. Я родилась в 70-х, и что? Как я могу так рассуждать? Что-то там кто-то, видимо, какую-то мысль глубокую рожал, я потеряла. Так. Поэтому, да, вот девушка пишет, не надо доказывать людям, они все равно многие не поймут. И не надо, понимаете? Вот людям свойственно винить во всех своих косяках, в том, что вот он живет в такой заднице, нужно обвинить Михельсона, нужно обвинить Батурину, Бузову, Путина, вот всех, кого угодно, только не саму себя, задайте себе, блядь, вопрос, что вы сделали сегодня.
куда-нибудь туда, где будет покруче, послаще жизнь. Что вы сидите-то в своей жопе, вам плохо, а вы там сидите? Ну что вы там сидите, вот вы мне объясните. Если вам так хреново, ну займитесь саморазвитием. Марафонов немерено в интернете, бесплатно для вас. Психологи стараются, сексологи стараются, фитнес-тренера стараются, диетологи. Все бесплатно. Книги читай бесплатно в интернете, курсы слушай в Ютубе бесплатно. Все делай. Вебинаров миллиард в Ютубе. Все делай бесплатно. Чего ты не развиваешься-то? Вот просто, что ты сидишь вот сейчас, смотришь какой-то там эфир, пытаешься что-то доказать. Ты не должна быть здесь, если ты живешь в жопе. Вот у меня все более-менее нормально. Я иду по плану. Я сегодня сделала очень много, да, и поэтому у меня есть свободное время, я вышла сейчас просто пообщаться. Что сделали вы для того, чтобы у вас было свободное время? Что сделали вы хорошего? Почему из человека идет просто негативище? Негатив по отношению к успешным людям. Задайте себе вопрос, как я отношусь к Лене Санжировской? Нормально я отношусь, я знаю Лену в жизни. Так. Лена хорошая, Лена хорошая, Лена справедливая. Колю заблокировать. Не обращайте внимания никогда, я вам сколько раз говорила, не обращайте внимания на дебилоидов, которые вас окружают, которые здесь пытаются что-то писать, привлекать к себе внимание. Я пересматривала свой сегодня утренний эфир, смотрю, какая-то девушка очень странная, она раз пять, наверное, написала мне вот такой значок, прислала, что за говно у тебя в голове? Малышка, то есть я зашла на страницу, там девушка лет 30, ну, конечно, она счастливая жена, что сподвигает человека на то, чтобы он так себя вел? Никогда не обращайте внимания на убогих, пусть они пишут, пусть они хотят нашего с вами внимания, они не получат этого внимания, зачем? Ну, не обращайте, пусть они пишут, не обращайте. Возможности отговорки, Колю везли на скорой, Коля получил под зад коленом. Люди, счастливы ли все вот эти вот люди? Я могу сразу сказать, количество денег не приравнивается к количеству счастья никогда. Я уважаю этих людей не из-за того, что у них куча денег. Нет, вы неправильно меня поняли. Я уважаю этих людей, потому что они достигли вершины. Они забрались на гору, они лучшие из лучших, сильнейшие из... Может быть, для вас понятие лучшее немножечко не в той интерпретации, в которой понимаю его я. Это сильнейший из сильнейших. Меня мотивируют люди, которых единицы на планете. Меня никогда не привлекала общая серая масса, мне неинтересно. Вот этот вот серый компот, серое желе, вообще, которое вот так вот телепается и не знает, в каком направлении ему двигаться, нет, они меня мотивируют. Это люди, которые нестандартно мыслят, это люди, которые очень много делают для того, чтобы развиваться самим. Эти люди, которые просто потому, что они сами по себе невероятные, они с другой планеты, не с нашей, таких людей единицы. Таких людей в общей сложности, наверное, 1000 на всю планету, ну, может быть, там 10 тысяч на всю планету. Это совершенно другие люди, вот такие люди меня мотивируют. Они могут быть лучшие люди в любом. Это могут быть певцы, это могут быть актеры, то есть те люди, которых единицы. Поэтому это могут быть абсолютно, например, небогатые люди. Тот же самый Далай-Лама, он абсолютно не богатый человек, да, но это тот человек, которым восхищаются миллиарды людей, но он несет совершенно другое, то есть это мне нравятся люди, которых единицы. Фейсбук, ну, я приму это как должное, ничего страшного, это неприятно, да, но
В принципе, ну что, дальше все вернемся в ВК. И сам вы должны понимать очень четко, когда мне говорят, что вот заблокируют Инстаграм, кто вы там все эти блогеры будете, понимаете? Не в количестве там подписчиков измеряется, измеряется в имени. Я за это время создала себе имя, да, я за почти 5 лет своего Инстаграма намозолила глаза. Меня либо любят, либо терпеть не могут, да. Ко мне ни у кого нет такого, чтобы там сказать, а... какая-то там тетка, безразлично. Я заработала себе репутацию. Я приду в любую сеть, я создам себе с моим именем уже что-нибудь новое. Да? Не страшно, не страшно. То есть, когда у меня заблокировали основную страницу, я за 3 дня у меня было 75 тысяч человек, и активность, это были самые активные люди, которые меня искали, которые пришли, и активность была на той маленькой странице практически такая же, как активность сейчас здесь, поэтому я не боюсь, что заблокируют Инстаграм или Фейсбук, через определенное время я смогу построить практически то же самое, возможно, в миллион раз лучше, потому что меня уже знают, и я не храню, и потом у меня есть какой-то определенный задел, я человек умный, я не храню все деньги в одном месте, я не сильно буду переживать, если заблокируют Инстаграм и Фейсбук, потому что это очень такая субстанция непостоянная, здесь сюда нельзя вкладывать все средства, нужно, наоборот, стараться дистанцироваться. В свете последних событий я понимаю, что нельзя в социальные сети полностью вкладывать, то есть должен существовать еще офлайн бизнес, собственно, это будет мой проект, чем мы с моей командой занимаемся уже 2-й год. Я молодая, чтобы так рассуждать, милые мои, как здорово. Так, можно еще свалиться из страны, можно, звук пропал. И разбогатеть можно, все можно, правда? Можно, лишь бы было бы желание, всем можно заняться, и благотворительностью, и инвестициями, и всем остальным. Дайте еще одного провожу. У нас нет домашних животных, потому что мы очень-очень много путешествуем. Я еще раз сказала по поводу того, что олимпийские чемпионы, они не Forbes, но они тоже с другой планеты. Единственный в своем роде, все это фигня. Нас 8 миллиардов практически на планете, и поэтому дайте-ка я. О, ты мой хороший, что ж тебе это так, что ж тебя так в жизни обидели, что мои слова. Спортсменов очень уважаю, особенно паралимпийских спортсменов. Для меня эти люди, у меня эти люди вызывают нескончаемое уважение. У меня вызывают уважение родители, которые берут больных детей. Это люди для меня вот прям с огромной большой буквы. К Навальному никак не отношусь. Я вообще в карму верю. В карму верю. Так, мои хорошие. Так, что-то у меня тоже подвисает. С малышками через несколько часов встречаемся. Опять про энергию. Вещи сны верю. ВКонтакте группа у нас восстановлена, и она работает в полную мощность. Яйца складывать надо в разные корзины всегда. Понимаете, я не пытаюсь донести до людей, до всех, чтобы вот они поняли. Мне не важно, что понимают люди, не понимают. Мне важно то, как я живу. Мне важно то, чем я занимаюсь. Мне важно то, как живет моя семья. Вот это мне важно. А то, что человек не хочет понять и будет упираться рогом, да пусть.
Да пусть, понимаете? Жизнь этому человеку сама покажет. Я не должна объяснять никому ничего. Кто хочет, тот слушает. Мне задали вопрос, кем я восхищаюсь, я ответила. Я люблю умных и сильных людей. Еще раз, девочки миленькие, не обращайте внимания на комментарии. Да ну не обращайте, ну пусть они пишут. Пусть они пишут все, что они хотят. У меня есть возможность, когда я блокирую. Но, понимаете, жалко таких людей. Жалко, пусть. Вот он пришел, ему хочется внимания. А тут вот вы на него начинаете реагировать. И он же круто, ему же круто, что вы на него реагируете. Просто есть огромное количество людей глупых, людей никчемных. И вот девушка там вверху немножечко обиделась, что я назвала, в общем, людей серой массой. Люди, в общем и целом, серая масса, серое желе. Есть очень мало людей, которые яркие, и они прямо выделяются в этом. Они как светлячки горят в этой серой массе. Общая масса людей. Почитайте комментарии у звезд. Да? Вот это вот показатель того, какой менталитет в нашей стране. У меня публика еще собрана очень такая, я бы сказала, прям буквально отборная. У меня тоже появляются, бывают местами. На меня подписаны те, кто меня уже давно знает. Да? Комментарии, зная, что я комментарии четко чищу. Многие не комментируют, хотя хотели бы написать мне говно, но они не комментируют, зная, что они будут забанены. Поэтому, но хочется же наблюдать за мной, хочется же сквозь слезы под... Пишет, быстренько являясь, тут же его отстреливают, поэтому... Я всегда говорю, я люблю людей умных, вот прям они меня возбуждают, для меня не важен мужик красивый, мне надо умного, люди умные, а то, что масса в России в общем серая, это так оно и есть, и кто бы что ни говорил, так оно и есть. Образование у нас не пропагандируют, никому ничего толком не надо, люди не хотят развиваться. Посмотрите, какие у нас процветают блоги. Экспертные блоги у нас не процветают практически. У нас процветают вайнеры, у нас процветают какие-то непонятные пранкеры. Вот и все. Вот и все. То, что интересно нашим людям. Поэтому, к сожалению, мои хорошие, что-то вы меня опять подвисли. Слышно? Звук беда? Ну, вот это, видимо, связь. Слышно? Слышно. Поэтому я вот точно могу сказать, я не люблю слабых людей, я не люблю глупых людей, я не люблю, когда люди жалуются. Я, например, точно могу сказать, я вот практически не помню, когда мне вот хотелось кому-то пожаловаться. У меня есть единственный человек, да, это Лёша моя, я могу ей там что-то сказать, например, могу сказать, заебалась, я вообще невозможно там, да, вот так я могу ей сказать, и она мне скажет, чё там, блин, да ладно, харе там, или она может, мы с ней завтракаем, она может мне сказать там, блин, как здесь достало, да, но вот так вот, чтобы сидеть, жевать сопли, нет. Бедная Россия, людей жалко, мы так жили всю жизнь, испокон веков такое было, есть и будет. Сейчас я читаю Акунина, и у Акунина очень-очень четко это прослеживается. Россия, она обычно либо рабочая, либо крестьянская, и всего лишь малая часть людей, кто живет достойно, но испокон веков было так, что и из крестьян, и из рабочих выбивались единицы, и даже тогда, когда были всевозможные эти слои, было тяжело перешагнуть из слоя в слой, люди умудрялись это делать, да, сейчас в наше время в высший слой можно перешагнуть, имея деньги, а деньги может заиметь любой человек, который будет в этом направлении пахать, да, поэтому, в принципе,
чего лучше начать изучение языка с детьми? У меня нет опыта преподавать детям маленьким, прям совсем, вообще не могу даже приблизительно сказать, с чего начать. Я думаю, что лучше взять специалиста, потому что детские методики. Я всегда, когда преподавала язык, я все время объясняла взрослым языком. То есть, если это герундия, это герундия. Я начинаю рассказывать о том, как строить конструкцию. Как им, малышам, что-то там объяснять, для меня это буквально темный лес. Поэтому и еще какие-то странные вопросы. В каждом эфире задают вопрос, какая у вас машина? Жигули. Лада седан, баклажан. Почему человек ноет, что у него нет денег? Ну да, ныть, понимаете, ныть просто. Вот сейчас майские праздники, сейчас куча народа набухается, и потом будет сидеть и гнусить, что вот тема для разговора будет, как все херово, да? Поэтому эти же майские праздники можно было бы провести как-нибудь с пользой для себя, но нет, нужно веселиться, нужно отмечать. Поэтому нет, у нас у русского народа менталитет не быть богатыми, потому что мы, во-первых, мы транжиры, мы не можем экономить деньги, а у нас нет вот этой вот жилки, мы щедрые, а щедрость никогда не приводила к богатству, то есть нет, мы злые, мы дружные можем быть, когда у нас какая-то беда приходит в Россию, а так мы очень разрозненные, обособленные. Нету у нас того, что делает другие страны едиными. То есть у нас единство приходит к нам только когда начинается какая-нибудь война, беда или что-нибудь такое. А так нам свойственно стучать друг на друга, мы это любим, мы это несем в массы, у нас все везде друг на друга стучат и по сей день просто делают это как-то иначе. Все мы всегда чем-то недовольны, у нас жизнь у всех, всем кажется, что она у других лучше. Нам очень нравится смотреть, как живут там за забором, как в другой стране лучше. И нам все время кажется, что где-то там лучше. Мы не создаем сами себе ничего. Единицы создают, а остальные вот ищут там, где лучше. А если у кого-то лучше, значит, он что-то где-то спиздил. Вот и все. Поэтому... Зачем выбиваться, раз нельзя быть счастливым с небольшим достатком? Вы знаете, есть чудесная пословица. Горевать все же лучше в Порше, да, чем в троллейбусе. Поэтому деньги – это энергетика, деньги – это несчастье, но деньги – это способ стать счастливым. Если у тебя есть деньги, ты можешь позволить себе поехать в путешествие, сменить обстановку, узнать культуру, познакомиться с другими людьми, попробовать их кухню, просто переключиться на что-то другое, что сделает тебя счастливым. Если ты бедный, денег у тебя нет, дальше своего носа ты вот при всем желании ничего не сделаешь, потому что у тебя просто нет денег. Ты сможешь только туда, куда ты уйдешь пешком. Насколько ты там станешь счастливее? Поэтому люди с деньгами, они априори имеют больше возможности стать счастливым. Кем бы вы хотели видеть панду в плане работы в будущем? Вы знаете, я думаю, что панда решит сама, она девочка взрослая. Кем она захочет, тем она и будет. Она от меня впитывает самостоятельность и впитывает жажду добиваться. Вот это вот у нее не отнять. У нее с детства она спортсменка. Мы пока ждем запуска основного нашего проекта, а потом панда хочет прям вот отделиться и прям хороший проект завести себе. Мы его уже просчитали, аналитики уже поработали над ним, но это будет вот немножечко позже. Реально ли выучить через интернет язык или в Инстаграм в какой-нибудь группе? Нереально. Не знаю. Если вы знаете реально, только в том случае, если вы знаете уже один язык, и на его базе, например, вы знаете английский, и вы можете взять, например, сверху и учить на него испанский, потому что вы уже и структуру знаете, и все остальное, вы можете зайти в группу, есть чудесная группа Interpulse, зарегистрироваться в ней, и там... А? Звука нет. И у тебя нет звука?
Снова звука нет? Вот. И там найти какого-нибудь друга по переписке, с ним общаться. Я не представляю, как можно выучить в группе, в какой-то ВКонтакте или в Инстаграме. Нет, не представляю, честно. Я представляю, что язык можно выучить, если ты в какой-нибудь очень серьезной программе. Вот тогда можно, да, но тем не менее... Эфир, да, я сохраню, что-то тут про маму, которая родила, я себя сама ращу, я выросла в детском доме. Люди, которые выросли в детском доме, вызывают у меня тоже определенное восхищение, потому что это люди, и для меня вот такие люди просто, это человек, который без поддержки меня создали. Опять нет звука? Нет звука? Есть звук? Есть? Меня воспитали родители. Я сейчас говорила о том, что я восхищаюсь людьми, которые выросли в детском доме и стали людьми. Даже пусть они будут небогатыми, такими людьми я бесконечно восхищаюсь. Меня воспитали родители, они в меня заложили силу, я воспитывалась в любви. Люди, которые выросли в детском доме без любви, безо всего, вот, это на самом деле так. В детстве, я не знаю, как вот это вот все можно пережить, это, мне кажется, настолько сложно, серьезно и невыносимо тяжело, не обозлиться и стать хорошим человеком, вот я перед такими людьми просто склоняю голову. Для меня это практически то же самое, как стать каким-нибудь олимпийцем. То есть это в любом случае любой человек, вышедший из детского дома и добившийся чего-то, он олимпиец в своей жизни просто по натуре, по природе. Априори он уже победитель в этой жизни только потому, что он не сломался. И несмотря на то, что он жил в такой жуткой ситуации, то есть он смог стать человеком. Для меня такие люди, они действительно очень сильные, и они гораздо сильнее, чем я. Потому что я все-таки имею огромный фундамент, который мне заложили мои родители. Ну что, мои хорошие, пошла я. У меня виниры, да. Мои хорошие, я вынуждена отключиться, потому что пошла я ложиться спать. А может быть, я еще почитаю, не знаю. Уже начинает писать вторая дочь, старшая, и они уже проснулись, и они начинают там собираться, скоро они уже вылетают. Даст она мне поспать, не даст, не знаю. Поэтому попробуем мы с Панточкой поспать. Виниры по сотому разу, все, да. Кто-то здравствуйте, я тут только собралась выходить, а уже еще тут здравствуйте. Мы сегодня у нас такой горячий эфир, да, по поводу... Я вообще всегда буду за успешных людей, я всегда буду за тех людей, которые стараются, работают, добиваются. Я вообще против ленивых, глупых, вообще... Нет, у меня в окружении даже таких людей нет. У меня нужно общаться с успешными людьми. Не надо общаться с унылым говном, не надо общаться с ленивыми, те, которые всем вечно недовольны. Общайтесь с теми, на кого вы хотите быть послушным. Слушайте тех, на кого вы хотите быть похожим. Впитывайте, получайте энергетику, получайте знания. И еще раз я говорю, сейчас миллиард возможностей добиться чего-то, не вкладывая гипер... то, что пытается вас тянуть назад. Сторис с морюшка будет. А в чем ваш успех? Я могу сказать про себя, что у меня может быть не гипер какой-то успех, как вот у этих миллиардеров из журнала Forbes, но я могу себя спозиционировать как человека успешного, как успешную мать, я воспитала очень хороших детей, как успешную дочь, потому что я забочусь полностью о своей матери, как успешного блогера, потому что мой блог читают
тысячи, тысячи, сотни тысяч людей. Поэтому я могу себя спозиционировать как человек успешного, но самое главное, я знаю, что я сейчас в самом начале своего пути к успеху. То есть то, что я себе спланировала в будущем, это будет совершенно, совершенно другое. Звук пропадает. Ну, звук пропадает, он говорит: «Арина, чеши спать, надо ложиться спать». Поэтому мне даже Инстаграм отключает звук, мои хорошие. Я вас всех обнимаю. Желаю вам всего-всего самого замечательного. Завтра будет сторис с девчоночками моими. Всех, несмотря на то, что я называю людей в общей массе серой массой, это не говорит о том, что я обращаюсь именно к каждому из вас. Нет. Если ты имеешь цель, если ты чего-то хочешь добиться, достичь и пытаешься вылезти из этого болота, ты вылезешь, и ты будешь именно тем светлячком, который в жизни добьется многого. Серая масса – это хреново, серая масса – это убого, это тухло, и только ты выбираешь, как жить эту жизнь. В этом сером киселе, вот здесь мне писали девочки: «Так ты-то такая, что ты тут рассуждаешь, людей оскорбляя серой массой?» Не быть вот людям с таким менталитетом, светлячками, потому что они вниз тянутся. Они не тянутся к свету, они тянутся туда, где нужно обосрать человека, оскорбить, позавидовать и все остальное. Если вы работаете, а работать нужно обязательно, то вы обязательно взлетите. Вот верьте, вы... чтобы вы жили так, чтобы не было стрёмно за саму себя, чтобы не было противно смотреть на себя в зеркало, смотреть на свою квартиру, смотреть на свою жизнь, чтобы не было стыдно смотреть детям в глаза, как мне девушка написала: «Я сорвалась на своего маленького ребенка, который там 4-летнего, который просил пироженку в магазине, а деньги были только на хлеб», чтобы не было таких ситуаций в вашей жизни, потому что априори не может маленький ребенок получить от вас за то, что вы здоровая корова, взрослая, не можете купить своему сыну пироженку. Вот это вот хреново, вам должно быть стыдно перед вашим собственным ребенком за то, что вы не можете купить ребенку пироженку. Развивайтесь и живите вообще без горизонта, потому что если вы ставите себе рамки, то так вы в этих рамках и останетесь. Ставьте себе такие цели, такие амбиции у вас должны быть, и плевать, что сейчас там про меня человек там 500 из этого эфира подумали, что: «О, тоже мне звезда, да?» Мне плевать, вообще плевать, что там подумали эти люди. Я буду, пока эти люди будут жевать свои сопли, обсуждая то, что сегодня сказала эта идиотка Арина в эфире, я буду делать. Не буду даже знать про этих людей, что они там, какие сопли, они зеленые трут про меня, потому что мне будет пофиг вообще. Я буду собирать вещи, я буду лететь на самолете к своим детям, к своим внукам, к своей маме. Потому что это все создала я себе сама, не лежа на диване, не где-то у кого-то выклянчивая что-то. Я все это создала своей головой, своим трудом. И мне плевать, что про меня говорят. Потому что это говорят они. Когда меня нет, пусть бьют. Вот что угодно. Пусть выкалывают глазки. Мне все равно.